Вдоль тротуара идет бойкая торговля, причем у многих с явными нарушениями. Налицо захват муниципальной земли. Товар разложен далеко за пределами торговых павильонов, что мешает свободному проходу по тротуару. Нерадивых предпринимателей сначала предупреждают, но если это не помогает, выписывают штраф. Штраф по статье 3.2. Второй раз это штраф уже в двойном размере, по части второй будет. Сегодня пока всем выпишут штрафы от 500 до 1500. Второй раз до 5000 штрафов. Какие еще объекты в планах, улицы? В планах все. Все, что находится на территории города-курорта Анапа, везде мы посетим и везде будем наводить порядок. Если даже после штрафов и предписаний собственник продолжает нарушать правила торговли, с ним расторгают договор. Неоднократные предупреждения владельца этой точки закончились именно так. Теперь ему придется заплатить внушительный штраф и убрать свою точку. В ходе рейда пресекли и незаконную торговлю алкоголем. В этом нестационарном павильоне изъяли 61 литр суррогата. Собственника ждет штраф. К реализации алкогольной продукции особое внимание. Это задача главы города. Только за последние 3 дня сотрудниками управления торговли установлено 7 фактов незаконной продажи горячительных напитков. Правоохранители изъяли более 1 тонны нелегального алкоголя. По поручению главы города проверено уже порядка 4 проездов, начиная с Пионерского проспекта. Подобные рейды будут продолжаться в течение всего курортного сезона.